размер ребеночка, то есть вес ребеночка. Давайте я вам расскажу, открою все акушерские секреты. Когда вы приходите к доктору на прием, вам замеряют высоту дна матки, замеряют ленточкой, и окружность живота. Та формула, которую я вам сейчас покажу, она корректна только после того, когда опустился живот. До этого она некорректна. Иначе женщина себе на 5 килограмм ребеночков насчитывает. По этой формуле считают предполагаемый вес ребенка всем женщинам при поступлении в роддом. Формула такая. Окружность живота умножается на высоту дна матки, ВДМ. Когда вы будете поступать, акушерка вам тут таз снова померяет, да, при поступлении замерит вот все эти размеры. И, например, скажет, окружность живота, допустим, она мерит, говорит, 100, ВДМ 35, да? И вы там раз-раз про себя уже посчитали. Ага, 3500 плюс-минус 200. Погрешность дает несколько грамм. То есть ребеночек может быть 3 300, 3 700. Вот в этих пределах, как правило, достаточно верная формула, очень удобно по ней считать. Но если, например, они вам прикинули там на 3 700, к примеру, а вы родили на 4 200, вот неправильно посчитали. Но все бывает, это все-таки ведь не весы. Точно так же, как на УЗИ, говорят, мне уже 2 200 намерили ребеночка. Это ведь не УЗИ, не весы. Это УЗИ – это вспомогательный метод диагностики, который позволяет определить какие-то нюансы с ребенком или с плацентой. Как определить, что опустился живот? Маша. Кулачок. Аня. Ага. Кулачок. Кулачок. Под грудь. Если он строго вертикально, то значит живот опустился. Так. Во-первых, женщине становится легче дышать, когда опустился живот. Когда она садится, вот так кладем ладошку. Если вторую ладонь положим на дно матки, получится примерно прямой угол. Если вторая ладонь лежит вот так, живот не опустился. То есть получается у нас своеобразная такая ступенька. И со стороны видно, вот она сидит, как будто у нее отдельно на коленях лежит живот. Прям у некоторых очень-очень заметно. Сами сможете это определить. Угу. Да. Хорошо, с этим разобрались. Поэтому, еще некоторые, знаете, как у нас делают? Дома себе померили и посчитали заранее. Девочки, женщины себе всегда измеряют немножко больше. У нас одна девочка в 35 недель насчитала себе 5 килограмм. Ну, она решила заранее посчитать. Но здесь надо просто все делать вовремя. Хорошо?